засідання вільним слухачам та представникам засобів інформації. Якщо хочу нагадати, що власне в цьому провадженні 4873 щоб не затягувати процес і не тримати людей. Что такое домашний арест? Домашний арест – это их попытка отлучить меня от общественной деятельности. Ну что? Они прекрасно знают. Это уже не времена Януковича. Они прекрасно знают, что Запад не простит таких вещей. Посмотрите западную прессу.